Помимо школьных знаний, подрастающему поколению нужны и профессиональные, те, что помогут добиться успехов на желаемой должности. В Химках позаботились о профпригодности будущих специалистов. Несколько месяцев в округе реализуют проект «Мотиватор Тин». Представители разных сфер бизнеса и предпринимательства встречаются со старшеклассниками и рассказывают о секретах разных профессий. Я считаю, что это очень важно, привлекать молодежь, современность в бизнес, вот, рассказывать о том, что необходимо получать определенный ряд навыков, чтобы вступать в взрослую жизнь. Впрочем, на встречах не только обучают тем или иным профессиям, с участниками проекта занимаются психологи. Мотиватор Тин мне помогает со стороны обучение. Я получаю новые навыки, которые мне помогают общаться с незнакомыми людьми, с моей командой. Я на последней встрече научился поддержке и научился работать в стрессовых ситуациях и контролировать себя. Проект «Мотиватор Тин» включает в себя занятия по самым разным направлениям. Больше интерес у слушателей вызывают современные дисциплины – сторителлинг и креатив. Впрочем, организаторы стараются угодить каждому. Программы занятий составляют, опираясь на мнения и пожелания ребят. Нина Липанова, новости Химки ТВ.